хорошо. Очень неплохо. Войтек Вольски будет бросок? Нет, пока. Оставляет Ковальчук, который статичен. Неудобно. Мазякин. И решит на эту перевод. Ой, какая комбинация. Ой, как сыграли. Как Проскуряков выловил эту шайбу. Это ж надо с использованием почти всей зоны. Во-первых, пас Мазякина как дошел. Он красив, конечно. Нам, зрителям, это объединение. Но вот с обороной нижегородцев Скудра сейчас спросит даже на лавке, не дожидаясь. Перетонит. Это как бы 100%. Дальше. Обратная передача. Вот Мазякин троих собрал, но понятно, как пас прошел. Его перехватывать некому. И пас на пустые ворота, правда, угол острый. Не сумел поднять Войтек Вольски. Не сумел поднять шайбу, она низом шла, и Проскуряков закрыл правый от себя нижний угол. Шикарный момент после шикарной комбинации. Должна была магнитка открывать счет.